26 августа в Соликамске будет запрещена продажа алкоголя. Связано это с празднованием Дня города и Дня шахтера. Также стало известно, что и 1 сентября, в День знаний, в Пермском крае запретят продажу горячительных напитков. За нарушение должностным лицам грозит штраф в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, юридическим – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Численность укушенных клещами в Березняках снизилась в два раза. С начала эпидсезона зафиксировано 410 случаев присасывания клещей, из них 47 у детей. Тогда как за этот же период прошлого года их было 758. Причина снижения – жаркое лето. Во время высокой температуры воздуха и сухой погоды активность паразитов падает. В Березняках началась акция «Книга на дом». Это означает, что теперь библиотекари бесплатно будут доставлять книги на дом пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы акции приглашают неравнодушных горожан стать добровольцами акции «Книга на дом». Если вы хотите стать волонтером, звоните по телефону 8 34 24 26 00 65 в Центральную городскую библиотеку имени Островского.